Приветствую, уважаемые натуралисты, с вами канал Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Господа, я уже развеивала миф о нежности и миролюбивости хомяков. Они не терпят соседей, любят белковую пищу и вообще мало похожи на милах. Но сегодня у нас в гостях самый грозный представитель хомячковой семьи. Встречайте страшного хищника пустыни, кузнечикового хомячка, он же скорпионовый хомячок, род грызунов от семейства хомяковых. Нет, этот монстр обитает не на черном континенте, где и так хватает неуравновешенных животинок. Он охотится на пауков, скорпионов и даже мышей нигде иначе, как в Северной Америке. И при этом он еще и зловеще воет на Луну. Обитают эти монстрики-зубастики на территории от Южной Канады до Северной Мексики. С виду скорпионовый хомячок мало чем примечательный зверек, однако монстры всегда скрываются внутри. Это небольшой грызун, чья длина тела не всегда превышает даже 10 сантиметров, а вес не достигает и 100 грамм. Его даже трудно назвать хомячком. Наш герой скорее смахивает просто на большую мышь. Он легко уместится на ладони у ребенка. И как положено любым грызунам, он должен, по идее, есть семена злаковых и опустошать амбары местных фермеров. Но нет, наш герой – активный хищник. Это настоящий волк мира грызунов. Он охотится на многочисленных беспозвоночных, начиная от кузнечиков и заканчивая скорпионами. Кузнечиковые хомячки являются признанными убийцами. Среди их жертв числятся ящерицы, насекомые, скорпионы и другие грызуны. При этом они не только способны убивать всех этих существ, но и есть их. Другими словами, они предпочитают атаковать, а не защищаться. Часто его жертвы на порядок крупнее его самого и очень ядовитые. Например, на обеденный стол к нашему пушистому хищнику часто попадает калифорнийская скалопендра. Это огромная хищная многоножка, которая ест грызунов, рептилий и многочисленных беспозвоночных. Она в два раза длиннее хомячка и при этом обладает ядом, который способен вызвать у взрослого человека острую почечную недостаточность. Но нашему боевому хомячку, хоть бы хны, наш зубастик наносит множество ран своей жертве с помощью своих крепких резцов, способных прогрызть толстый хитиновый панцирь. Фатальным для скалопендры становятся раны в основании головы, которые лишают ее подвижности. Также хомяк-хищник нападает на рептилий, главным образом на многочисленные виды ящериц. От боевого хомячка достается даже другим грызунам. Когда тебя терзает голод, то, знаете ли, не до видовой солидарности. Не брезгует наш герой и падалью, причем иногда он ест останки своих же собратьев. Настоящий каннибал, собственно, как его одомашненные виды родственников. Но славу скорпионовому хомячку принесли даже не его гастрономические предпочтения, а удивительная способность выть прямо как у волков. Однако слово «вой» можно взять в кавычки, потому что в исполнении хомячка это просто протяжный, пронзительный писк. Для чего эти хомячки воют, не совсем понятно. Не то переговариваются с сородичами, не то обозначают голосом свою территорию, не то просто таким образом пытаются отогнать тоску и совесть после многочисленных убийств. Впрочем, на этом сходства с волком заканчиваются. Наш герой, в отличие от серого разбойника, герой-одиночка, живет в норке один и на тропу войны выходит тоже в одиночку. Зверьки объединяются лишь для того, чтобы зачать и вырастить, причем вырастить не всегда, свое потомство. Изредка несколько грызунов объединяются, когда требуется завалить по-настоящему крупного зверя. Особенности размножения скорпионовых хомячков, как и продолжительность жизни, мало отличаются от его сородичей. А несмотря на весь свой крутой нрав, наш мелкий выскочка все равно остается мелким. И поэтому охотников до него весьма много. Это и хищные птицы, и плотоядные млекопитающие, и некоторые виды змей. Чтобы минимизировать шансы стать чьим-то обедом, наш герой ведет, естественно, ночной образ жизни. А как вы считаете, почему этот мелкий грызун, обитая даже не на кишащем опасностями
этими черном континенте обрел столь дерзкий нрав? Пишите в комментах. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!